войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Первое. Второе. Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется. Ну а что касается вопроса, можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы, то или оставаться на стороне добра. Ну а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить. Войска вот сейчас прямо туда пойдут. Войска вот сейчас войска прямо туда пойдут, сейчас прямо туда пойдут, встречи с вами. Встречи с вами. Первый. Второй. Первый.